Сибирские каникулы – это мультиактивное самобытное путешествие, которое объединило сразу три соседних региона – Хакасию, Красноярский край и Республику Тува. Инициатива создать подобный маршрут по излюбленным местам отдыха президента страны возникла еще в конце прошлого года. Более полугода проект разрастался и прорабатывался совместно с правительством регионов-организаторов и Ростуризмом. В июне его презентовали на Питерском международном экономическом форуме, где он и получил статус национального. Огромное спасибо здесь Зарине Валерьевне. Ростуризм нам очень помогали, потому что требования к национальному маршруту, они действительно очень высокие. И большая работа была проведена и у нас в Хакасии, и в Красноярском крае, и в Туве. Ну и сегодня у нас радостное событие. Мы наконец-то открываем наш национальный маршрут «Сибирские каникулы». По заверению главы Ростуризма Зарины Дагузовой, которая специально ради столь ответственного события прибыла в республику из Москвы, маршрут максимально адаптирован на любого туриста без учета возраста и физической подготовки. Сибирские каникулы будут включать в себя посещение музеев, смотровых площадок, рыбалку, сплав, мини-поход и уникальную возможность познакомиться с историей, самобытностью и дикой природой Сибири. Современный турист, он хочет в одну поездку, в одном путешествии увидеть сразу много, напитаться атмосферой, отдохнуть на природе и при этом еще и расширить свои познания в области культуры, истории того или иного региона. И здесь это все просто совершенно идеальным образом складывается. Поэтому я скажу, что этот маршрут рассчитан, и мы его так и планировали изначально, ведь здесь нет вертолетных перелетов на этом маршруте, если вы посмотрите. Логистика оптимально выстроена, сами точки удобно объединены. Поэтому я не побоюсь сказать, что это маршрут на самого широкого потребителя. По оценке специалистов, общая длительность туристического маршрута составляет 8 дней. Стоимость путешествия, скажем так, не московская, чуть больше 60 тысяч рублей. О том, какие культурно значимые места будут включать в себя сибирские каникулы, мы расскажем вам в следующем материале.